Российский экс-биатлонист Антон Шипулин порадовал своих поклонников интересной новостью. В семье Шипулина, который совсем недавно только завершил свою карьеру, родилась дочь. Об этом он сообщил в своем инстаграме и написал он следующее. «Сегодня в нашей семье еще одно чудо, и зовут ее Мира. Присутствовать на родах и быть рядом в такой момент – невероятное чувство. Спасибо моей жене за дочку», – так написал Антон в своем инстаграме. В 2015 году, напомним, что в его семье уже родился сын, и это его второй ребенок. Поздравляем Антона с этим событием. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!